Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим очень вкусные и нежные рыбные оладушки. Филе рыбы 800 грамм нарезаем небольшими кусочками. Репчатый лук нарезаем мелким кубиком. И обжарим на сковородке с растительным маслом. Далее лук отправляем к рыбе. Добавляем 3 куриных яйца, 2-3 столовые ложки сметаны либо майонеза, 3 столовые ложки муки, соль, перец по вкусу и любимые приправки. Все хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться примерно на 2 часа. Перед тем, как обжаривать, я добавила еще 1 столовую ложку муки. Обжарим оладушки на сковородке с растительным маслом на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета под закрытой крышечкой. Готовые оладушки отправляем на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло. Такие оладушки получаются очень вкусными, сочными и нежными. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!